Диалог Востока и Запада сегодня гармонично назвать нельзя, хотя ученые признают, что в 70-80-х годах ситуация была намного лучше. Кризис в отношениях наступил в 2001 году после теракта в Америке 11 сентября. По мнению доктора наук Мустафы Голама, с этого периода ислам подвергся жестким нападкам со стороны Запада. Исламскую религию некоторые стали считать разносчиком терроризма. Мы уже все знаем, что ситуация ухудшилась постепенно в результате войны в Ираке, в Афганистане, глобальной войны с терроризмом и последнее все, что происходит вот по поводу полноправного члена Палестины Организации Объединенных Наций и отношений Запада, особенно Соединенных Штатов Америки. Участники конференции подчеркнули главный тезис – ислам не имеет ничего общего с религиозным экстремизмом. В этом плане и Восток, и Запад должны строить свои отношения на принципе толерантности. Между тем, чтобы разобраться в разногласиях двух континентов, нужно раскрыть их суть. Batılı emperyalist ülkeler, devletler, Müslüman memleketler. У нас, у исламских стран, общие корни, но несмотря на это, есть разногласия, которые зачастую приводят к войнам. Нам надо объединиться и не играть в эти игры. Ученые уверяют, молодежь должна быть религиозно грамотной. У образованных людей формируется правильное представление об исламе и его духовных ценностей. Только так, по мнению профессоров, можно различить истинную религию от экстремистской.